Hey, yo, guys, с вами Шмитик, и мы продолжаем родить игру по названием Mega Man 2. Так, в прошлой серии мы одолели с вами Крэшмена с двух атак, так же как и Айрмена. Поэтому у нас остается Квикмен. Все. И... Уэйли. Естественно, только Уэйли. Я понял, у меня должна быть собака, которой нету, потому что я не смог туда залезть без нее. Хорошо. Туда прыгай вдаль. Загрузить. Ух ты ж, ё-моё. Ой, а там коньишка была. Так, давайте, короче, я вернусь обратно, получается, в этот. Я попытаюсь упасть туда. За бонусами. Бонусы. Сохрани, да. Так, а что здесь сложного было? Ясненько. Это как, знаете, был уровень в Сонике, когда нужно было зажигать фонари. Если не зажигаешь, то там ни хера не видно. Ух. Ух. Мне это не нравится. Слишком сложно. Сложечно. Давай, 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 в середину сразу. Ну это сложно. Как же это жопа сложно. Меня должен посрать на контишку там. Херь, который ваншотит, это херь жопа. Просто без слов. Thank you.
Да, у меня есть хилки, что? И что, мне юзать сейчас хилки тратить? Нет, я хилки не собираюсь тратить. Так. Кого мне дали? Цешку, да? Ну, погнали. Опять неровная поверхность. Взрыв убивает с двух атак. Просто я не попал в первой, но взрыв нанес больше половины. GG. Get creeped. Get creeped. Бумеранги мне дали. Хорошо. Что, доктор Вайли? Готов? Да что ты меня подмигиваешь? Какой-то замок. Так, тогда... О, тут еще у нас 5 уровней. Ну, давайте тогда следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.